Жена об уходе Якубовича к другой. Я не виню никого. 31 июля ведущему всенародно любимой программы «Поле чудес» исполнилось 74 года. В этот день вскрылись подробности личной жизни Леонида Якубовича, о которых знают далеко не все. О первом браке телеведущего известно мало. Его близкий друг Константин Шрейбер рассказывал, что на втором курсе вуза Леонид Якубович женился на учащейся ПТУ, но брак принес ему лишь горе. Девушка разбила сердце будущему любимцу публики. После расставания с женой он впал в длительную депрессию. Можно даже сказать, что у Лени возникло отвращение к женскому полу, уверял Шрейбер. Солисткой ансамбля «Горожане» Галиной Антоновой Леонид Якубович познакомился незадолго до окончания института. Девушка покорила его обаянием и талантом. Влюбленные поженились. А в 1973 году у них родился сын Артем. Молодые жили у родителей телеведущего, и строить быт оказалось непросто. Как признавалась Антонова, случалось всякое. И ссорились, и без денег были. Публикация фотографии из Инстаграм. Когда Артем родился, я вынуждена была сидеть дома. Работал только Леня. Потом мы переехали в Ивановскую область, а когда мужа позвали вести программу «Поле чудес», снова вернулись в Москву, цитирует вторую жену Якубовича Стархит. У него появилось много поклонниц, что супруга выносила с трудом. Не нравились Антонова и друзья мужа. Отношения окончательно разрушились, когда в жизни Леонида Аркадьевича возникла другая. Девушка была младше телезвезды на 18 лет. Любовницей знаменитости стала Марина Видо, работавшая в рекламном отделе канала ВИП. Антонова рассказала, что муж подал на развод. «Я ничего не предпринимала. Леня прятал другую. Хотя все и так знали, я не скрывала, что знаю о Марине, но серьезного разговора между нами так и не получилось». «Я не виню никого, сейчас боль прошла», призналась вторая супруга Леонида Якубовича. Несмотря на расставание, телеведущий о прежней семье не забыл и старался помогать сыну. Он женился на Марине, которая в 1998 году родила дочь Варвару. Девушка окончила МГИМО и строит карьеру журналиста. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Сенсационный секрет сексуальной мощи 88-летнего Краско. Зачем такой огромный силикон? Россияне распекли вывалившую грудь дочь Крутого. Седокова откровенно о соблазнении Абрамовича. Собирающая со столов объедки Цой умоляет о помощи. Видео. Прямо Волочкова. Собчак показала замысловатую позу на столе. И многое другое.